Я истекаю. Потерпевшие поражение чемпионы не намеревались сдаваться. Они в долгу перед народом и перед теми, кто пристроил их на курсы поз для настоящих победителей. Привет. Итак, что вам нужно? Прекрасно. Прекрасно. Работа лучших мастеров. Все для вас. Милости просим. Чудесный выбор. С вами приятно иметь дело. Любимый покупатель. Привет. Надеюсь, вы оцените наш товар.
За Антерию! Во имя чести! Наш путь приведет нас к победе! Я помолюсь за твой успех. Конечно. Ты смешишь Балтазара. Я буду ждать. О, да. Я не буду ждать вечно. Мой лук к твоим услугам. Что тебе надо? Наконец... Толкаясь, чемпионы ринулись в лагерь, чтобы получить ответ на волнующий их вопрос. Кому выпадет спать в хлеву? Хорошо? Ага. Задача ясна. Вы знаете, чем все должно закончиться. Мы должны одержать победу. Победу, слышите? Оглянитесь. Посмотрите на тех, кто стоит рядом с вами. Запомните их лица. Вы будете рассказывать детям и внукам, что сражались бок о бок с бойцами, равных которым в Антерии не было и не будет. Вы расскажете им, что вместе одержали победу, о которой будут ходить легенды. Вы станете подобны бессмертным богам. И знайте, я горд служить вместе с вами. За Антерию!